Ковид-цифрам. Число заболевших у нас снижается 9-ю неделю подряд. В Приднестровье сворачивают коронагоспитали. Надолго ли? Совсем рядом новый омикрон-штамм распространяется стремительно. Новая ковид-волна на подходе. Омикрон-штамм пришел из Южной Африки и захватил всю Европу. Распространяется быстрее старой дельты. Португалия, Нидерланды, Испания, Англия. Пятую ковид-волну уже переживают Франция и Израиль. Ждут в Германии. Австрия закрыла границы для всех, кроме привитых и переболевших. Тревожные показатели и за океаном, в тех же Штатах. Подтвердились случаи заражения омикрон-штаммом на Украине. В России говорят о первых заражениях омикроном внутри страны. У нас ковид-цифры пока снижаются. Как вы заметили, мы постепенно сворачиваем инфекционные госпитали по городам и районам в связи с тем, что количество пациентов, которые мы выявляем ежедневно, снизилось, и количество нуждающихся в госпитализации также снизилось. Поэтому мы говорим о том, что эпидемиологическая ситуация улучшается, и по статистике мы идем на спад. Но это пока, говорят специалисты. Новая волна вероятна. По наблюдениям, ковид-рост у нас начинается через пару недель после соседей. Да и сама болезнь легче не становится. Столкнулись с ситуациями, когда у пациента все идет благополучно по срокам госпитализации, по анализам, по самочувствию, у него все хорошо. Мы планируем, что через 2 дня предстоит, в принципе, тестирование и выписка домой. И в один момент у пациента лихорадка, за считанные часы прирост поражения легких почти до 100%. И тогда начинается вот эта интенсивная терапия. Вот коронавирус нас к этому приучил, не расслабляться. Сейчас у нас преобладает штамм Дельта. Он чаще предыдущих приводит к летальным случаям. Хуже вирус переносят те, кто не привился. Вакцинация по-прежнему единственный доказанный способ защитить себя и близких. Препараты есть для вакцинации и ревакцинации. Прививочные кабинеты будут работать и в новогодние праздники.